В Казанском федеральном университете состоялось мероприятие, посвященное старостам академических групп. Для университета старосты играют важную роль, так как через них происходит связь со студентами, решаются организационные и учебные моменты. На очередном собрании школы актива со старостами обсудили ключевые вопросы, касающиеся работы лидера группы. Например, как решить конфликтные ситуации в коллективе. В Казанском федеральном университете департамент молодежной политики совместно с Координационным советом и совместно со старостами академических групп еще в начале учебного года разработали определенную стратегию разного комплекса мероприятий для старост, для того, чтобы они развивались, для того, чтобы они имели дополнительные навыки, компетенции, которые бы помогли им не только как лично, но и помогли в работе со студентами в своих академических группах. Для старост провели тренинги, направленные на формирование команды и правильное управление ею. Также кураторы поделили участников на команды для проведения деловой игры, в ходе которой ребята обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются разные социальные группы. Старосты признаются, что данная школа помогает лучше изучить тонкости их деятельности. Считаю, что данные мероприятия очень важны для старост, потому что они как-никак являются командирами своих академических групп. Им важно сплочать группу в целом, находить общий язык с группой, координировать их. Отметим, что данная школа актива помогает развить лидерские качества, навыки решения проблем, что немаловажно для того, чтобы стать хорошим старостом. Анастасия Упаева, Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.